Могуховская область, район какой-то Шорша или что-то такое. Более 30 медальонов найдено уже, сейчас они находятся в обработке, и вот один медальон, хорошо читаемый, найден именно на бельской территории командиром бельского отряда. Это солдат с Молотовской области, пока медальон полностью еще не просчитанный, надо его все-таки отсканировать, чтобы не изменить какие-либо данные. И один медальон попался... случайно, то ли осколком, то ли как был расколотый, из-за чего видно было кусочек бумажки, но вся сгнившая, и просчитать его нет никакой реальности уже.